У меня к вам вопрос такой вот по поводу Меркурия. Два вопроса. Ваше предложение, что будем делать? И второй вопрос. Это касается только продукции сырой на поставке в сети, я имею в виду выпуска всех сертификатов, либо именно глубокой переработки. То есть вот расскажите об этом подробно, потому что мне кажется, что это только сырой продукции на поставке. Я вам, давайте, вы подойдете, потому что у нас тут несколько, в общем-то, человек присутствует, рыбников, и мы с вами об этом поговорим, потому что думаю, что вас это касается, вы же зайка, скорее всего, вот, потому что вы же тоже, ну, я имею в виду название компании «Мороженое», вот, вы же тоже будете в этой программе участником ее активным, потому что животное, серьезно, животного происхождения используете. Ну, это хорошо, вам просто повезло. Я хочу сказать, что именно глубокой переработки, понятно, что о чем мы, да, наше предложение рыбопереработчиков, то есть получено сырье с ветеринарных сертификатов. Давайте мы приложим копию этого. Давайте мы, так как мы отвечаем и гарантируем качество и безопасность, да, своей продукции выработанной, мы поставим свою печать, мы напишем, что это копия. Зачем вот это вот? Ну, то есть оно настолько нелогично, необъяснимо, и, в общем-то, ну, о чем может это говорить? О том, что если ты чиновник, когда машет партнером, нес персональную ответственность, сказал, что если вот это вот повлечет за собой негативные последствия, да, что тебя посадят, они бы, наверное, так не подписывали бы вот это вот. Ну, пока так, а подробнее я вам расскажу.